Всем привет, меня зовут Виктор, это обзор сервера DAZE, называется сервер у нас Белка VLC, почему он так называется, не знаю, причем тут Белка VLG, причем тут Белка и что такое VLG, постараемся узнать. Описание я маленечко почитал в Дискорде. Интересно, выглядит интересно. Некоторые вещи, конечно, меня тут смущают. Но все же посмотрим, что к чему и как. Так. А чё, блядь? Выбросы, что ли, тут есть? И чё, блин? Это что такое? До выброса типа час. И что это? Типа до рестарта час. Что это? Что? Я не понимаю. Что это? Ладно, я первым делом все, конечно, как всегда, съедаю. Так, я где-то заспавнился. Что-то знакомая территория, кстати. А, это вон Камышова. Камышова, походу, там. Да? Точно, Камышова. Так, карта есть. Трейдер Зеленая гора. Трейдер Кумирна. Угу. Везде Кумирна, здесь Кумирна. Ну, похеру. Трейдер Лесника. 3Т трейдер на карте. Раз, два, три. Раз, два, три. Так, чё, пати? А, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек. Я восьмой. Угу. Можно маркера ставить. Ну, все довольно-таки интересно. Так, стамина расходуется. Есть сон. Зомби. Черт его знает, в какую сторону бежим. Так, ладно, сейчас постараюсь тогда в этом. Выбросы для меня прям... Ну, если реально тут выбросы. Штука новая. Я знаю, что надо прятаться в каких-нибудь домах. А вот в каких хер его знает. Так, топорик. Лады. Тогда мы топорик меняем вот на сюда. Так, а лут-то есть вообще в домах? А? Ну. Чё ты? Так, ну, зомбаки. О. Собачьи. Бесконечно тут от зомбаков поубегать не получится, потому что стамина заканчивается. Вот пока что я вижу зомбаков стандартных, никаких там мутантов. Ну, давай мы сейчас тебя ёбнуть попробуем. Ебая хомуха. А кто это там рычит? Ты что ли там испускаешь последний дух, да? Ты, наверное, не рычал, а ты, наверное, там первое дело, блядь. Так. Какой-то хер. В мою сторону идет какой-то хер. А чё идет? Чё хочет? А ой, ёптать. Сейчас заворот кишок случится.
Слоты меняем сразу. Так, про этот каска мне не нужна, это не хочу ее одевать. Так, а что тут? Ага. Отвертка. А, не знаю. Ну возьмем. Выкинуть это всегда можно будет. Выкинуть-то всегда можно. Найти вот не всегда, а выкинуть всегда. С лутом как-то это слабоватенько, да? Кумирно. Ну, да кумирны. Добежать. Да кумирны. Ай, кумирно, сука. Полицай. Этого-то дурачка. Хер завалишь. Так, патрики. Я не знаю, как, конечно, они мне пригодятся или нет. Давай еще консерв собачек пожрем. Возможно, полицайку там уже и облутали, а возможно и нет. Так, а мне знаешь, что надо стелс? Стелс проверить. Действует тут, нет? Нихуя не действует. Блин. Так, ну что, тут закрыто. Через двери вы не проходите, да? Рация. Так, на 24 штаны, карго 24. Ну, патроны возьмем давай. Что те штаны по 24. О, ЦРочка. Так, еще один БК. Второй мне не нужен.
Поглядим, поглядим. Странно все, нетронутое почему-то. Так, бумажку возьмем, тебя отложим. А, церковь у меня без этого, да? Без обоймы. Понял. Понял, понял, понял. Так, отсюда. Так, ну, в принципе, до старого. А, до военки добежать. Посмотреть, чего меня там ждет. Чего там, точнее, можно найти. Ну ты там пока порычишь, а я покушаю, да? Приятного аппетита, в общем. А тут еще стамина и минусит ко всему. Тетя. Тетя коп. Тетя коп. Выгляни. Чё, как-то странное поведение у зомбаков. Она за мной в погоню не пустилась. Естественно, возник резонный вопрос, какого хэ она за мной в погоню не пустилась. Не, ну не то, что я прям сильно расстроился, что она за мной в погоню не пустилась. Я-то настроен был на погоню. А она как-то не это. Нехотя, нехотя. Прицел ПУ. Так, рестарт сервака, в принципе, через полчаса. Выброс через 46 минут. Ну, там через 47 почти. Соответственно, значит, одно к другому не привязано. Одно к другому не привязано, получается. Лосяш. Самое ближайшее, конечно, трейдер получается. Ой, трейдер. Военка. В старом селе, в старом. Очень. С одной стороны, что стамина расходуется, это хорошо. Потому что, блин, пока ты восстанавливаешь стамину, ты там можешь ухо почесать.
нос почесать, да. А когда стамина не расходуется, блин, от шифта неохота убирать руку просто. Нет шифта, у меня на мышке просто стоит. У меня на мышке просто стоит это все. Настройка шифта, и поэтому обе руки на беге задействованы. Понятно, у кого только одна рука, там, тем проще. А вот мне удобнее, чтобы на мышке у меня был ускорение. Поэтому, безусловно, для таких людей, как я, расходование стамины – это плюс. Минус в том, ну, минус, конечно, в том, что она расходуется. Не удастся марафон с зомбаками устроить. Зато адреналин тут актуален будет. Имеет смысл его запасать. Проверить зомбаков. Ну, судя по деревенской бабульке, как бы, ну, бабулька не сильно прочная. Бабулька не сильно прочная была. Военные могут быть совсем другие. И вот, блин, или до трейдера лететь, сломя ноги, пока, сломя голову, пока не стемнело, да? Или же все-таки пытаться на военке понять, что есть. Потому что насколько здесь темная ночь, я хер его знает. И изучая информацию в Дискорде, я видел Вервольфа. И вот Вервольф, он обитает на всей карте Чернорусии или только по каким-нибудь данжам? Вот вопрос такой интересный. Предстоит это выяснить. Предстоит это выяснить. 700 метров. Давай в домик забежим. Заглянем. Трактирь. Пинжак, брюки. Продолжаем путь дальше. Запыхался уже. Штопор уберем тогда, чтоб не так сильно ты запыхивался.
300 метров до военки. Рюкзачок нашел побольше. Чудесно. А чуть еще чудеснее того, что он фуловый. Он фуловый. Блин, темнеет. Похоже, ночь будет темной. Вот же ночь будет капец какая темная. Ты можешь посчастливиться, сейчас ПНВ-ху здесь найду просто. Да. Что я просто даже залутать не смогу. А второй момент. Насколько она долгая будет ночь. Блядь, да, ночь будет темная. Блядь, стамина кончилась. Забыл, что стамина заканчивается здесь. Ну, стандартная СГ-ха, да? Но зато уже сразу с этим. Сразу. Сразу, да? С обоймой хотя бы. Хотя бы с обоймой. Так, не, так, а чё, какие 9 на 19? И у меня еще есть... О, я еще даже 4 патрона там. Не зря, не зря я подобрал 4 патрона. Как тут патронов больше нету? 9 на 39. Блин, не видно ни хрена. Ну, ночь темная, это прям... Ночь, в принципе, должна быть темной. Сколько у меня патронов? 10. В общей сложности. Могут ли они меня бить, интересно, здесь? Так, один в голову ложится, хорошо. Блять, не мазать. Хватило на всех, да? Че, жилеток нету ни на ком? А? Товарищи, потерпевшие. Это, кто-то с лутом у вас тут лежит. Кто тут с лутом расставаться не хочет, блин? А? Алло, ну я же вижу, что кто-то с лутом. Пиздец, блин. Зажали лут, гады. Зажали лут.
Ёптать, я пока, короче, его тут это найду. Вот тоже с лутом. Бля, что за лут-то? Кепка типа на нем. Пипец, это вот так что ли обозначается? Боты для джунглей, высокое утепление. Давай, боты для джунглей, они мне больше нравятся. Давайте пока возьмем, потом поймем, что с тобой делать. Так, рация, дымовая граната. Пока берем все. Пока берем все. СГХ. Так, охотничьи ботинки света. Умная света. Пятый. Ну, не густо, да? 15 минут до рестарта сервера. Так, зелено. Трейдер кумирно. Как-то слабо этот освещает огонек. Слушай, ну луна быстро тебя идет. Значит, быстро и пройдет, да? Так, ты без обоймы. А, СГХи тоже все без патроны, без обоим. 45-й калибр и такой калибр. Ну, ладно. Че мы, блядь, ночью не бегали, что ли? Пока... Пока не знаешь, насколько... А, сейчас луна вообще спрячется и вообще темень будет, да? Или уже рассвет сейчас попрет? Надо проверить, просто трейдер кумырно это чисто, то есть все трейдеры здесь находятся или нет. То есть можно и военный лут продать, и строительный, или только военный. Так, это лесника. Лесник — это охотник, наверное, скорее всего, лесник. Все, что связано с лесом. Или я ошибаюсь? Так, а ты мерзнешь у меня, да? Персонаж у меня мерзнет. Так, здесь не должно вроде никаких зомбаков быть, насколько я помню. Никогда не было.
хорошо. Первого лица будет поприкольнее видно. Получше, кстати. Ну, не знаю, вроде одинаково. Ладно, пробежимся пока от первого лица. Посмотрим, как ветки будут по роже хлестать. Так тебе. По-моему, уже светает. Да, ночь темная и недолгая. Сколько она получается? Минут где-то 5 длилась. Ну, то есть был написано рестарт через 15 минут, сейчас рестарт через 10 минут и уже светает. Это порядка 5 минут, может быть 7 минут длилась ночь. И темная. Нормально. Нормально. Маску оденем. Так, а здесь... экзокостюмы, что-нибудь такое есть, нет? Ну, посмотрим. Так, что еда желтая стала. Ладно, похеру, что мне. И не с такой едой выживали. Ну. Кумирно, кумирно, блядь. А, безопасная зона 200 метров до трейдера, нихера себе. Кумырно. Вот тут даже написано. Кумырно. Кумырно, сука. Ну да ладно. Что-то по это, по подобию зефира. Или зефир сделал по подобию этого сервака. Также контейнера стоят. Вот через контейнер. Ну тут единственное, что баннер с правилами. Что тут написано про... А, нету хелика здесь. Внимание игрокам. Напоминаю о правилах постройки баз. 1500 метров от зоны трейда, 1000 метров от крупных военных объектов. ТИС, СЗ, Троицкая, Павлова и Три Креста тоже. Это крупный военный объект считается. Три Креста тоже, ясно? ВМС не считается. Так, 500 метров от военных блокпостов, 150 метров от больниц, полицейских участков, баров, лагерей отдыха и универмаги. А также напоминаю, стоянка на территории трейдера запрещена ни на день, ни на два. Администрация имеет право удалить машину без предупреждения. Пункт 9.2 правил сервера. Хорошо, администрация, имеете право. Ну, кстати, да, кстати, прям... Внимание всем, убирайте за собой мусор, сжигайте в бочке. Сжигайте в бочке. Так, у меня есть... Так, понятно. Вступительных никаких нету. Сука, даже чем-то этот хер похож на того. Угораздило же меня как-то так. А, ну тут тактический жилет. Несмотря на свои... спины и груди сделан специально так, чтобы было удобно перемещаться по полю боя вне всякого дискомфорта. Ясно. Что тут еще есть? Пинбольный шлем инспектор. Куртка инспектор.
Слушай, интересный такой шмот, кстати. Интересный шмот. И стоит. Спецподсумок Титан. Кепка Кобальт. Химза. Ну, стандартно, да. Очки. Ну, очки как бы херня. Перчи. Кепки, шапки, шлемы. Баллистический шлем. Боевой визор. Угу. Что такое? Маски? Ё, красота. Даже такое есть. Балаклава. Так, радует, что не снимает. А, рестарт сервера через 5 минут. Выйдите из сервера, чтобы не было отката. Жилетки бро. Тактикал. Броник. Чё? Куртки, плащи, юбки, платья, штаны. Как гилли. Фонари с тыквы. Ага. Так, что у тебя есть, строитель? Флаги. Так, я могу продать отвертку. Филу продать. Комплект для чистки оружия тоже продадим. Нож нет. Топорик нет. Спички его он бумагу продам. Так, вас оставлю. Ты что у нас? Бинты. Бинт не нужен. Вот, меня интересует. Меня интересует. Я думал, тут вояка будет. Армейский чел. Штаны. Штаны Титан, блядь, на 70. Серьезно? Че, серьезно, блядь? То есть кто-то просто вот так с себя штаны здесь снял, которые на 70 слотов, да? Слушай, а вояк чё? А, или вот здесь вояки сидят. А вот они. Вот как хитро вы сделали, да? Короче, чтобы я вас не нашел. Чё спрятался здесь? Хмырь. Так, скорб СГКха. Так, у меня одета что-то СГКха, да, одета. Ну все, тогда этих. Подожди, мы же можем СГКха. Ты сюда. Сюда. Вас по запчастям продать. Чё я? Я ж не первый день играю. По запчастям же дороже будет. Так, дымку. Шумную свету. FX так пока нет. Пока нет. Ух-ух-ух. Так, ну что, давайте тогда. Сейчас все равно рестарт. На этом я тогда первую серию закончу. Ну а продолжим уже в следующей серии. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока и до новых встреч.